Смотрите завтра в «Больших новостях». Холодный расчет. Врачей, которые заморозили новорожденного, просят посадить на 20 лет. Из-за них я лишилась своего ребенка. Эти люди должны понести наказание. К чему приводят ошибки медиков и почему в стране растет материнская смертность? Недоступное жилье. Казахстанцам стало сложнее взять ипотеку. Казалось, что это все из-за налоговых послаблений. Причем тут коронавирус и почему процентная ставка по кредитам будет зависеть от дохода? Неравные возможности. Как правительство будет защищать людей с инвалидностью? Работодатели не готовы рассматривать меня как потенциального кандидата. Где не хватает реабилитационных центров и элементарных пандусов? Здесь ничего не предназначено для инвалидов. Большие новости в субботу в 21:00 на КТК.